have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы снова обедаем у мэра, и, короче, смотрите, то, что происходило, вы сейчас увидите только вершину айсберга, потому что победить его в бою, ну, честно говоря, у меня получалось победить его в бою, и вы это видели, но при этом я точно теряю одного человека, или я теряю руки, ноги, или вообще чаще всего меня просто убивает, и... Я подумал, что давайте попробуем его переговорить. К тому же вы мне писали в комментах, что его можно переговорить. Поэтому я приходил сюда и пытался логически протыкивать разные варианты разговора. Забейте, сколько раз он меня уже убивал, сколько раз я сюда приходил. Она вроде дорога не длинная, она зачищенная, она не опасная. Но вы не представляете, как это надоедает. Я уже даже начал задумываться потихонечку над тем вариантом, чтобы... перестать делать это прохождение, не в смысле отказаться от игры, а в смысле делать его нарезками, потому что сейчас, например, я сижу уже 40 минут записываю, я пробовал разные вещи, у нас в планах изначально с вами было узнать квест про две головы и узнать, как попасть в город, и я в конце концов пришел к такому простому выводу: вы говорите, что в городе меня ждут как минимум один или два человека, которых я смогу рекрутировать в свой отряд, я не знаю, смогу ли я вернуться из города вниз, но вдвоем тут делать нечего. Поэтому давайте пробовать пробраться в город, нужно два ключа, оба эти ключа можно получить без дэмэджа, ну, относительно. Давайте пробовать. Вот это, например. Вот все мы читали, я поэтому проскипываю. Он насчет еды очень сильно обижается. Ну, смотрите, на эмбрионы... Короче, смотрите, я пришел к такому простому выводу. Он не любит ничего вульгарного. Если ты начинаешь ему говорить какие-то вульгарные вещи, к которым относятся также и эмбрионы, и всякое подобное, гениталии, уж не к обеду будет сказано, то он сразу нападает. Если ругать еду, он сразу нападает. Если говорить, он же говорит, что он хочет поговорить про искусство, начинаешь говорить про искусство, и его тоже иногда перемыкает. Короче, смотрите, к чему я пришел. Первое, он вроде не обижается на meatballs. Ну, вроде он, типа, не очень хорошо реагирует, но не обижается. Насчет вот этого, говоришь ему, что это местная сосиска. Он такой, типа, ну да, ну типа, да. Ну ладно, а вот это вот, например, что это такое? Ай. И здесь, если сказать, что это обычный гриб, он говорит, ты ничего не понимаешь. Нюдити нельзя сказать. Семья не это, коитус, как вы понимаете, тоже тут немножечко не подойдет, с меня хватит, это грубость. Получается, остается дождливый день. Поехали. Да, я могу это понять. Я до сих пор чувствую запах леса на полу. Я не знаю, как насчет тебя, но я наелся. Спасибо за твою компанию. Из того, что я понял, тебе нужно в город. У меня есть ключ, однако у меня есть один последний вопрос. Поддержишь ли ты бременскую армию? Или ты человек кайзера, так сказать? Вопрос с подвохом, да? Так, если сказать, что я не знаю, о чем он говорит, можно сказать, что я поддерживаю бременскую армию, и можно сказать, что я дерусь против бременской армии. Так, трупы солдат, которых мы находили. Мы нашли как минимум два трупа солдат, правильно? Один валялся в деревне на улице. И одного мы нашли в шахте. Но они бременские или кайзеровские? Мне кажется, когда мы на этом... То ли лейтенант какой-то был, который подбегал. По-моему, он был бременский, да? С другой стороны, если по городу трупы бременцев... Может, и... Я с ними борюсь. И вот я сейчас, если совершу ошибку, придется опять переигрывать. Ладно, лотерея, давайте. Если что, намонтирую потом. Бремен.
Ага, да! Что, да, я угадал или нет? Фух. У тебя есть моя поддержка. На, держи, ключ твой. И ты меня отпустишь? А второй ключ у армейцев. Пожалуйста, будь скрытен. Не хочу, чтобы у меня были проблемы с Кайзером. Не упоминая моей части в этом всем. Отлично. Я просто уйду отсюда, да? Отлично, хорошо. Один ключ у меня есть. Получается, осталось добыть второй ключ. Ну, второй ключ мы уже с вами видели. Хорошо, давайте тогда на паузе я туда быстренько сбегаю и потом посмотрим, что будет, если я выживу там. Так, ребятушки, я там слазил внизу, взял ключик, взял у мэра ключик, и внизу, пока я колупался, блин, мне не повезло с двумя сундуками, с монеткой они оба оказались пустые, моя монетка оказалась неправильной, но я нашел книгу просветления, за счет которой я только что сохранился. Оп-оп-оп-оп. Ну-ка. Да, у меня есть оба ключа, открываем. Я сохранился до открытия, потому что я без понятия, что будет дальше. У, что-то новенькое, поехали. Три спички, отлично. У меня нет порции героина. Если что, я не смогу, так скажем, угостить ими солдата, если я его встречу. Но с другой стороны, раз уж я там сохранился, я смогу в любой момент сходить. Убить того придурка. О, 10 шингов. Да ладно. На полке стоят бутылки с джина, водки и всякое такое, но если присмотреться, большинство из них пустые. То есть, по крайней мере, я знаю, где найти этот чертов наркотик, если вдруг мне понадобится. Но пока что... Да. Надо пользоваться, пока могу. Помните, у нас в Ферренхангер была такая штука бочонки с этим. Так, а что у нас тут? А, вот ты где. Ты в порядке? Ты себя чем-то поранил? Да ничего, мне не нужна помощь. Мне нужно справиться самому. Я могу что-то сделать? Держись. Ну, типа, да, мне нужна все-таки будет эта порция наркотика, если бы она у меня была, допустим. Ну, хорошо, по крайней мере, мы его тут находим. А где мне найти Дока? Давайте смотреть, что тут есть. Blue Herb, что же неплохо. Да, зайти не смогу, там что-то полезное. Ну хорошо. Так, значит, теоретически у меня есть третий человек для пати. Это вот этот солдат. Интересно, он отсюда куда-то денется или нет? Я вот думаю, сейчас тут немножечко полазю, посмотрю. Но очень велики шансы, что я сейчас, скорее всего, загружусь перед воротами. Просто пойду убью чувака в... Что, извините? Маленький ключик нашли. Белая жидкость, это хорошо, 2 шиллинга. Его пристрелили в голову. Это airdrop, не? Этого закололи несколько раз. Слышите далекий смех, он
Но тут ничего хорошего происходить не может, в принципе. 9-мм патроны, 4 шиллинга. Ну, давайте пощупаем его. А чё у тебя столько рук-то? Ай. Больно, между прочим. Вот ты не офигел? Оно себе руки отращивает. Так, значит, атаковать ногу. Голова у него до сих пор... Надо было в туловище гасить, он мне сейчас еще раз удар... 885, вот это урон! Хватит меня бить, тварь! Короче, в руки его бить бесполезно, надо сразу туловище отбивать. Трепал меня. Так, обыскать. Отлично, Blue Vial. Как раз то, что мне нужно. Ничего, Blue это вообще большая, да? Blue Herb. 56. Что? Погоди. А почему? А как? А зачем? Оно не только руки себе отращивает. Ну так нечестно. Может, надо было ему голову отрезать? Ну вот так его по очереди контрить можно. Типа одну руку, потом две. Но он все равно успевает нанести один удар первый, потому что изначально у него три руки. Проходим, не задерживаемся. Можно пройти сюда. А зачем? Я понял, я понял. До свидания. Так, ребят, пишите. Что мне с этими полицейскими делать? Что-то сюда приползло.
Там... Это Покеткет? Да, это Покеткет! Привет, чувак! Давно мы с тобой не виделись. Давай, тащи этого малого, все, да, давай, давай. Какой-то человек, который вроде носит резиновую маску. О, я тут занимаюсь своими делами. Полностью меня игнорируйте, пожалуйста. Прошу вас прощения, было приятно с вами познакомиться. Можете звать меня Pocket Cat. Ты слышишь эхо от обезглавленного... Ну, слышишь голос обезглавленного мага. Это маленький лобковый волос в твоем горле. У меня было неприятное удовольствие встретиться с этой штукой раньше. На самом деле, очень много я с ним встречался. Не дай его лезть и... Его манера речи одурачит тебя. Он раб своего бога, который его дурит постоянно. Что-то-то-то? Whatever he asks is in service to all seen on the sky. А, все, что он просит, находится в служении всевидящего в небесах. У тебя одно из этих знакомых лиц. Мне кажется, что мы где-то встречались. Может, в прошлой жизни? Возможно. С того времени вещи поменялись, не так ли? Мы живем в другие времена. И мир прошел через настоящую тьму. Depressed. Угу. Люди запасаются туалетной бумагой. И прячут в домах тех, кто им дороги. Они ждут проблесков света, потому что даже у тьмы есть точка слома. Ну, типа, сам... Точка, где он превратится в это. Как думаешь, что последует за такой густой тьмой? To be light, more peaceful times, darkness... Isn't quite over yet. Так, значит, более мирные времена, тьма еще не закончилась, хаос и путаница, перерастет что-то новое, не буду заморачиваться этим. Так, да вот темные времена еще не закончились. Так, ну я понимаю, темные времена несут темные мысли, темные умы. Из личного опыта говорю, что за тьмой идет хаос. Разум. Мы все тянемся к чему-то новому. Когда кто-то... Это звуки из игры вот эти вот? А это от полицейского, наверное, кстати. Ну что, меня же заморозило на этом моменте. Когда один справляется с тьмой, когда кто-то справляется с тьмой, он спешит. К неизбежной боли. Но в этом заключается опасность. Ты видишь... что хаос может затащить нас в одном направлении. И это направление не всегда к свету, к солнцу. Некоторые могут остаться в лимбе хаоса. Когда ты попадаешь в лимб темного места, большие шансы, что хаос... вступит в гармонию с твоей тьмой, чтобы создать новое темное место. Может быть, даже темнее, чем раньше. Я полагаю, что тут просто бубню.
Я, ну, то есть, даю своему разуму блуждать, а рту болтать, как говорят. Ты меня знаешь. Я когда нервничаю, когда волнуюсь, я могу продолжать и продолжать и продолжать. Я не хотел забирать твое время. Из того, что я понимаю, у тебя и так уже полон рот фестиваля. Так я перейду сразу к делу. Не только путешествующий джентльмен, но также главный сейлсмен, не торговец, продавец. Это он про себя, типа продавец с глубокими карманами. Что за торговец головами, ты скажешь? Но это именно так, как звучит. Я хочу поделиться своей коллекцией, если есть правильная цена. И цена платится головами участников фестиваля. Макабра, я знаю. Тебе нужно привыкать. Что я могу предложить? Это довольно неплохая коллекция, даже я должен это сказать. Так. У меня ни одного, ни одной головы, у меня есть головы монстров. О! Извиняюсь, ребят, но у меня нет ни одного головы, ни одной головы участников. Ну, кстати, я мог там деваху эту зарубить, которая с пистолетом, она несложная. Skin Bible Sylveon. Надо будет, кстати, книженцы почитать. Алхимелия, у меня какая-то есть, мне нужны другие. Book of Enlightenment, три головы, это дофига, но это сейв на месте, это неплохо, кстати. Получается, у нас через пентаграмму можно сейвиться на месте и через книгу просвещения. Все остальные, если ты спишь, то у тебя прокручивается время. Я понял, хорошо. У тебя недостаточно голов. Да это я знаю. Never mind. Был рад с тобой иметь дело. И очень рад был с тобой встретиться еще раз. Но я боюсь, что мне пора сейчас. Башня, к которой направляешься, находится на восток отсюда. Сразу же за секретным проходом в церкви. Давай еще раз встретимся там. Возможно, у меня будет даже специальное предложение для тебя. У меня очень глубокие карманы. Почему меня зовет меня Old Sport? Я, ну, то есть это какое-то определенное. Ладно. Ну, типа, старина, давайте так. Но до тех времен, старина, береги себя, береги себя. Эта штука за мной до сих пор гонится. Дактейп. Интересно, до скольки он будет гнаться? Шиллинги. Слабеет от голода. О, погоди. Значит, сушеное мясо. На. Значит, Blue Vile, наверное, на. Food. Vegetable pie. На. Он от меня отстал. Хорошо. Тут переход. Я же говорю, что я полюбасу буду еще загружаться, поэтому я просто сейчас хожу и беззаботно рассматриваю. Скорее всего, мы с вами следующую серию будем уже начинать с того момента, когда я стою перед воротами, и у меня есть кое-что для со... Ох ты ж, ты что за говно такое? Погоди. А тут больше никуда и не сходишь. А, вот сюда можно сходить. Че, машина есть. Два шиллинга. Ну это офигенно, конечно. И зачем оно мне? Пока не вижу применения. Осы? В смысле, wasps эти... Ну да, осы. Я не пойду туда. Тот момент, когда ты предпочитаешь темную подворотню. Использовать маленький ключик, да. А зачем я это сделал? Я просрал маленький ключик. Ну хорошо, я по крайней мере посмотрел, что тут. Так, тут...
Туалет это. Ага. Как у вас уютно тут. Тебе не кажется, что ты сможешь поспать в этой кровати? Я как бы не намеревался этого сделать. Там полно кишок. Блин, тут кого-то рас... Let me in! Вот где маленький ключик понадобился бы. Ай, а, два хода? Промазал покрытие, красота. Просто идеально. Они мне просто... Меня крысы убьют, серьезно. Заражение крови, куда... Куда ж без этого-то? А, так. Не надо было крыс убивать, ладно, я понял. Ничего не находите, отлично. Отпиливаем голову, я уж не знаю. На самом деле она не такая сложная. Крысы неприятные, согласен. В этом доме ловушка, я понял. Говорю, пока что я мирюсь с любыми затратами. Все, я просто хочу посмотреть, что здесь. Потому что полюбасу будут загружаться. Грязная туалетная бумага, я это подобрал. Вы там говорили к башне приближаться, да? Так, вот это говорю. Смотрите, какая там фигня есть. Я тебе не нужен, оно там что-то... Там что-то ползает. Да, наверное, в следующий раз я открою себе карту. На телефоне. Маленький ключик. Тут что-то вообще уже недоброе про манекены. Мода написано. Мода, представляете? Мода. Не-не-не-не-не-не-не. Я как раз подумал, а не что-то ли ты живое, а оно что-то живое. О! Бар выглядит довольно уютным. Тут опять этот синий мотылек, как в подземелье. Я думаю, посижу-ка я здесь, у меня было достаточно приключений. Она тут тоже присаживается, но ее можно вытащить. Окей, это как в поезде. Блин, а местечко реально зачетное. Что-то напомнило мне Coffee Talk, если вы помните. Прехвиль Боб. Можно. Да, спичечкой. За... Ну тут можно себе сделать безопасную зону, получается. У меня все равно спичек много, опять же.
Неплохо, неплохо. No ice. Ну, пойдем наверх. Я не знаю, что с этим безопасным местом. Оно прям безопасное или это какая-то иллюзия чего-то? Так, тут перегорожено, и тут я... Ничего, маленький ключик. Yellow while, 4 шиллинга. В моду, конечно, можно зайти посмотреть, но я предполагаю, что там будет. Как это насчет того, чтобы дать шиллинг старой леди? На шиллинг? Как щедро. Ненавижу твари какая-то. Ну, типа, бездельников. Да, голове это не понравилось. А что я получу? Правильно, правильно. Ничего не приходит бесплатно в этом мире. Карты. Я могу прочитать их и сказать тебе про твое будущее. Давай попробуем. Посмотрим. Я просто 2 шиллинга отдал. Предсказательница переворачивает карту. Мне кажется, ты в поиске. Тебе нужно найти кое-что важное. Self-latin man. Я не буду переводить, ребята. Я не хочу некоторые вещи переходить. Самоудовлетворяющийся мужчина. Ну-ну. Тот, который символизирует падение мужчин. Основная слабость. Тот, который ты можешь найти в гниющей тюрьме. И в домах дураков. Gaping hunger. Голод символизирует конец голода. Можешь найти там, где начинается путешествие на пути. Так, погоди. Мортира символизирует нужду в идолах. Погодите. Нужду в тех, кого бы обвинить в темном часе. И, естественно, ты можешь их найти в святом доме. Ну, церковь имеет цвет, наверное. Еще одну карту. Три реки. Есть также другой путь. Спрятанный от... Он спрятан, он не находится на ровном месте. Три реки ведут тебя в земли обетованные. Искусственный конфликт. Прячет течение... этих, блин. Я понимаю, что я читаю, я не могу перевести быстро, извините, ребят. Каменная крепость, которая поднимается из зеленых глубин. Следуй за течением. Нет, погоди, да, upstream, вверх по течению. И сокровище спрятано за водопадом. Я надеюсь, что твой шиллинг тебе отработался хорошо. Фига, овощи. Мода и овощи, это я прекрасно... Иди, позвони себе, знаешь куда. Русификатора ж нет на игру, но овощи и мода... Innocent. Но здесь написано, видите, Арукас. Здесь написано все на... английском, но... А я жадный. Тут ничего нет. Ну, тут тоже ничего нет. Иди со своим колокольчиком отсюда. Вот. Калитка заперта. Можно ее попробовать выломать, но у нас не хватит селенок. Там нужен отряд побольше или оружку получше. Там явно что-то интересное. Ее даже не предлагают открыть маленьким ключиком, хотя он у нас есть. Uh,
Честно, ребят, я просто подзабыл, вы мне говорили, как и где я смогу получить доктора. Я тупо подзабыл, я вспомнил про... Иди ты отсюда. Про солдата я вспомнил. И я примерно знаю, как его уже получить, ну, то есть мне нужно будет наркота. А про доктора я забыл. Я хотел бы на самом деле ходить в фулл пати. Очень хотел бы. Так, что у нас тут? А можно не лагать, пожалуйста? Ты кто за... Нет, уйди нафиг! Блин, мне придется драться с... Ты что такое вообще? Промах. Фига себе мы... А, еще и вот так! Ясно, понятно. Так, хорошо, ребят. Хорошо. Я понял, я оценил. В общем, я, наверное, сделаю пару попыточек, которая из них будет удачная. Я пойду попробую прибить того придурка в подвале, чтобы получить от него пару шприцов. С этими шприцами можно будет получить солдата. Так мы будем как минимум втроем. Втроем мы сможем вернуться вниз, сможем атаковать монаха в доме мэра, походить по дому мэра, потому что мы там получим ключик. Насчет доктора, я еще раз почитаю ваши комменты, вспомните мне получить доктора, если у меня будет фулл пати, с фулл пати я уже могу тут что-то делать, потому что монстры сильные, но в принципе втроем, вчетвером их можно ушатывать. Значит. Также, имея хотя бы три человека, в идеале четыре, можно будет позабредать в некоторые места, которые мне были раньше недоступны. Это звучит интересно. Это звучит интересно. Я потратил сегодня до чертища времени, пока пытался пробраться внутрь города, но теперь открывается довольно неплохая перспектива, и я рад, что мне попалась эта книга, которая сохранился перед воротами. Все, ребятушки, на этом пока будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра, всем молодушек, всем покеда.